Дорогие друзья, привет! Мы с вами Фикс Прайс на Калантай 30. Посмотрим новинки, полезный товар. Смотрите, какие носочки для детей привезли с индейцами. В составе хлопок 75%. Есть разные рисунки, разные расцветки. Размеры 23, 26, 27, 20. Так, 27, 30. Цены нет. Цену вам напишу, если найду. Для девочек вот такие носочки привезли. Тут две пары. Это Зувей. В составе 67% хлопок. Есть розовые с цветами. В общем, разные расцветки. 99 рублей. Для мальчиков аналогичные носочки с темой космоса. Тут ракета, космонавт. 99 рублей. Носочки от Омса детские. Тут тема пиратов, такие яркие, в полоску. 75% хлопок и расцветки разные, как всегда. Вот есть такие тоже, тут черепушки разные нарисованы. 59 рублей, тут одна пара в упаковке. В продаже есть разные кепочки для девочек, для мальчиков. Вот такие яркие, смотрите, с дракончиками, зубами, собачками есть. 199 рублей, 249. Друзья, следующая новинка – это гель-концентрат для стирки, универсальный. Тут объем 1 литр. Защита цвета, автоматическая и ручная стирка. Температура от 30 до 90 градусов. Защита от накипи. Эффективно отстирывает, сохраняет цвет и яркость. Производит Россия, Республика Татарстан. Также есть такое же средство для стирки белого белья. Тоже 1 литр. Цена 124. Показывала в прошлый раз вам гели для мытья посуды, появилась цена 149 рублей. На это средство универсальный моющий порошок для всей кухни, для всего дома тоже появилась цена. Стоит он 99 рублей за 750 грамм. Появились в продаже новые мопы для мытья пола, такие насадки сменные. Честно говоря, как будто из тряпочек сделаны. Помните, раньше такие тряпочки продавались в Фикс Прайс по 55 рублей. Есть коричневые, серые, очень мягкие. Цена 55 рублей. А вот такие с пальчиками мопы привезли. Приятные расцветки. Серый, розовый, бежевый цвет. Размер 43 на 13. Цена 59 рублей. Посмотрите, целая стопочка полотенец тут. Такие с объемным рисунком. И серые, и зеленые, и синие, и красные, и бордовые. По-моему, это новинка. Полотенце махровое, пестротканая пирамида. Размер 30 на 70. Хлопок 100%. Плотность 500 грамм. Производит Российская Федерация. Город Иваново. Так, и цена 149 рублей. Посмотрим, какие еще полотенчики есть в продаже. Вот такие вафельные. С полосками, нежные расцветки, 79 рублей. Однотонные, без рисунка, тоже вафля, 79 рублей. 149 рублей. Производит Узбекистан, размер 38 на 70. Такие с бабочками, это недавняя новинка, 99 рублей. Тоже вафельные. Так, и размер 30 на 60. Плотность 320 грамм. Есть серые, желтые, розовые. 99 рублей. Рядом полосатые полотенчики. 99. Так, а те, которые похожи на икеевские, все разобрали. Так, здесь у нас вафельные с рисунком. Под гжель. Смотрите, красота какая яркая. 59 рублей. Вот такие небольшие вафельные полотенчики. 29,50. 30 на 50, 29,50, такие тоненькие совсем, 35 на 60, 79 рублей. Тут 299 рублей махровые полотенца, 70 на 135, с рисунком. Стопка махровых полотенец, размер 50 на 85, плотность 360, это хлопок. Сделаны в Узбекистане. 299 рублей. Синие, бордовые, сиреневые, желтенькие. Друзья, кто-то меня спрашивал показать большие вешалки. Но, честно говоря, мне кажется, они все одинакового стандартного размера. Не вижу я каких-то больших. Все вот они одинаковые. Знаете, какой выбор. Тут
есть и такие с резиновым покрытием, пластмассовые, есть мягенькие. Много новых вешалок. Есть цветные, есть даже вот такие, смотрите. Вешалка для брюк и юбок, металлическая. Все еще они есть в продаже, красные, синие. Ценников нет, но я вам подпишу. Есть вот такие бархатистые. 4 штучки в упаковке. Тоже удобно, чтобы вещи не соскальзывали. Но не все одинаковые, друзья, стандартные. Не знаю, подойдут ли для вещей больших размеров. Пишите, кто знает, друзья, где купить большие вешалки. Яркие новинки появились. Вот такие мисочки небольшие с крышками, 200 мл. Производит Архимед. Можно ставить посудомойку, в микроволновку. Стоит 18,30. Смотрите, какие расцветки. Это в дополнение к кружкам, вот к этим дорожным. К таким вот кружечкам яркие миски. Появилась стоимость больших контейнеров. 4 литра 700. Они, посмотрите, до потолка они тут стоят. 149 рублей. Смотрите, сколько тут всего. Все стоит до потолка. Даже есть для сыпучих такие контейнеры. Посмотрим, что тут еще не разобрали. Совочки, набор 3 штуки. 62 рубля. Всех расцветок еще есть. Кисточки. Вот эти вот лопатки, кисточки по 79. Набор кулинарный. Тут 3 предмета. Сепаратор для яиц, воронка и сито. 55 рублей. Вот эти подставки для капсул даже тут есть еще. 199 рублей. Чайники 299. Подставки под горячее 49,50. А вот они, лопаточки новые. Так, есть и белые, кремовые, коричневые. 99 рублей. Половники тоже сюда завезли. Деревянная ручка и силиконовая рабочая часть. Тут еще есть продажи банки из последней коллекции. Много их, не разобрали. 900 мл, 199 рублей. Вот кто не успел купить, забегайте. Клантай 30. Сделано из керамики и силикона. Значит, там есть колечко. 199. Кувшины стеклянные. Также тут еще не разобрали. 299. Литр 400 они. Рядом стеклянные банки с розовым верхом. Объем побольше, поменьше. 199-149 рублей. И жестяные банки такие же, похожие на те, что были в Икее. 199 рублей. Набор из 3 штук. Керамические баночки. Тут еще есть продажи. Кстати, классно они смотрятся. Очень стильно. 680 мл. Керамика, бамбук, силикон. Везде уже их разобрали. Друзья, смотрите, какие интересные новинки. Это солонка и перечница. А вот тут буковки соответствующие. Пластмассовый, видимо, походный вариант. Можно взять с собой на природу. И вот такая вот солонка. Крышечка откидывается и защелкивается. Аналогичная перечница. Тоже много тут отверстий. Так что можете соль, перец в любую насыпать. Два цвета. И цена 26,30. Новые кружечки привезли сюда, вот такие как тетрис, симпатичные, стеклянные, объем 290 мл, производит Китай, а ценника, как обычно, нет, друзья, я вам подпишу, если найду. Я, смотрите, что нашла, что это такое, щетка для ухода за телом, так, посмотрим, можно использовать с гелем для душа, то есть это как мочалка получается. Сделана из силикона, вот там такая маленькая. И вот с этой стороны, смотрите, можно, наверное, как для лица использовать, как скраб. Цвет голубой, зеленый и розовый. 99 рублей. И, кстати, кто не знал, в фикс-прайс продаются вот такие классные массажеры. Сейчас весной особенно актуально. Подготовка к лету, девушки раскупают активно. Есть голубые и розовые, корректируют фигуру, антицеллюлитный массаж, улучшают кровоснабжение. Сделаны из ТПР и цена 99 рублей всего. Тканевые маски для лица производства Корея. 3 варианта. С коллагеном, интенсивно разглаживающая тканевая маска. В составе коллаген, комплекс трав и вишня. Глубоко увлажняющая тканевая маска с гиалуроновой кислотой. Для аквабаланса, питания, лифтинга и антистресса. Зелененькая с витамином С, активно восстанавливающая маска.
витамин С для ровного тона кожи, экспресс-регенерация и лимон для естественного тонизирования. Цена 79 рублей. На этом сегодня пока что все. Спасибо вам, друзья, за просмотр, за внимание. Не забывайте подписываться, если было интересно, ставить лайки. Всем всего отличного и пока-пока. 'Cause you're not here. It's been